Трамвай с пассажирами загорелся в Екатеринбурге. ЧП произошло на Вторчермете. Черные клубы дыма очевидцы видели даже в соседних районах. На этих кадрах видно, как густой черный дым от пламенного трамвая застилает небо. В момент возгорания в вагонах находилось около 30 пассажиров. Все они успели эвакуироваться. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Горела обшивка двух вагонов. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пожар потушили в течение 17 минут.